Тяжелая игра. С Гродно у нас всегда тяжелые игры. И в основном они заканчиваются всегда с таким результатом, если посмотреть статистику. Ну, во втором тайме, может, нам не хватило просто свежести. Свежести именно в завершающей стадии. Моменты в контратаках были, но, я говорю, наверное, все-таки свежести сказалось это то, что Гродно было немножко свежее. Несмотря на жару, как раз концовка матча получилась с обилием моментов. С чем это связано? Ну, наверное, просто с тем желанием, что мы хотели выиграть. Поэтому команда вперед бежала. Но, я говорю, в концовке все-таки не смогли распорядиться. Так, следующий матч был трудный. Обе команды, ну, мы играли наравне. Оба могли забивать больше, не ждали свои моменты. Но еще тяжело играть в такие погодные условия. Очень жарко. Какой отрезок игры тебе как бы больше запомнился с точки зрения игры нашей команды? Мне запомнился больше второй тайм, так как я там уже вышел сегодня, играл. Ну, еще первый тоже, мы там забили гол, не пропустили. Ну, а втором тоже могли забивать, реализовывать свои моменты, но не получилось у нас. А были готовы к такой игре, Неман? Что-то удивило в игре? Да, мы были готовы. Просто мы еще играем третью игру, считай, за неделю, тоже это играет какую-то роль. Ну, считай, мы идем в таблице, у нас одинаково очков, считай, ожидали такой игры от Немана.